тело ляжет в грунт, то поможет ЗСУ. Было. Кашечки орковской тут. Двенадцать и семь, восемь. Там еще дальше два чего-то. Ящичка тоже на новое. Откуда сам? Попов Артем Викторович, город Междуреченск, Кемеровская область. Где проходил службу? Нигде. Вот. В Чечне только 2 недели дали пострелять с автомата по 3-5 патронов. А где именно дали? Это Русь. На университете русского спецназа. Ну и постреляли дальше. Все. И сюда. А, ты что? Луганская область, Великий Мост. Я же служил в Украине. Угу. Луганская область, Великий Мост. Как попал на сторону Себра? Призвали, пошел, забрали. Больше не могу ничего сказать. Родственники, дети, жена есть? Мать, отец. Мать, отец. Ну передавай привет, ебать. Может увидят, ебать. Поймут, что ты живой. Ну, здравствуй, мам. Жена. Нема у него никого. А у тебя жена, девушка. А, гражданский брат, брак у меня и все. А так, братья. Короче, за тебя тоже никто не печется, да? Понятно. Ой, блядь. Бля, пацаны, я в ахуе. Ну говорим за то, как есть. Вот если каждый из вас подымется там и скажет, что нихуя, тогда будет толк. А то, что вы, блядь, бухаете, наркоманите, или кто-то там есть у вас, ничего толку не будет. Вы пришли на землю нашу, тем более ты украинец, тем более у тебя украинский паспорт. Я перед тобой... Весом на Донбассе, где удалось исходу, чтоб забрать волю нашего народу.